Всем привет, друзья! И сегодня я, значит, так, что вам показать и рассказать? Да, кстати, мы, друзья, на середине деревни поставили елку, прикиньте. Елку, наконец-то! Осталось что здесь, 10 или 9 дней, я, друзья, уже не помню. А, помогите! Вы, друзья, слыхали? Жители что-то там орут. А, это что за поборник? Поборник? Чего? Сейчас, друзья, давайте выйдем, посмотрим, что там вообще творится. Так, друзья, но сначала, если там поборник, то я, друзья, лучше сначала меч возьму, потому что с мечом мне как-то легче. Так, значит, я броню не буду одевать. Мне это... Так, нет, не сюда зашел. Это, друзья, мне, конечно, не нужно. Ну, броня, я насчет этого. Так, ну... алло, кто-то здесь есть, а? Кто здесь шумел? Кто здесь орал? Я здесь. Рэч здесь. Вам помочь, жители? Жители, вы где? Где, интересно, вообще поборник тогда? Если я здесь. Поборника нету. Ай, жителей нету. Чё, на троллинг похож? Вы чё, решили надо мной пошутить? Вы чё, жители, вы чё, реально? Я шуток таких не понимаю, когда на нашу деревню нападают. Так, друзья, что-то здесь все затихло. Как будто сейчас начнется прям яростное что-то прям. Ладно, друзья, давайте я, знаете, здесь сейчас посижу, вот здесь в окно посмотрю. Может, здесь кто-то выйдет. Может, все же, может, поборник появится какой-то или все же жители. Ну, короче, друзья, я не буду ждать, я что-то устал. Ну, что я здесь больше минут, что ли, жду? Не, я что, друзья, неохота. Я лучше в сундук залезу, может, записка там какая-нибудь будет, ну или что-то вроде этого. Так, ну здесь я как вижу хлеб, картошка, яблоки. Стоп, это что, молот? Чего? Что за молот вообще? Это какой-то реально молот, друзья. Так, надо с жителем поговорить, ну и надо сначала его найти, узнать, что за молот, что за... вообще это все так, друзья, давайте. Так, а я, друзья, забыл сказать то, что мы скоро елку должны поставить. Я чуть-чуть, друзья, ошибся насчет того, то что мы поставили. На самом деле мы ничего не ставили. Да, друзья, так, где этот житель вообще должен находиться? Эй, житель, житель, ты здесь? Ау. Так, жители, хватит пугать. Так, это что, надо приблизить? Стоп, это реально поборник? Так он с молотом. Он еще с какими-то... Он с руками, киборгами? Это что за такой житель, так? Точнее, поборник. Я что, друзья, вообще не понимаю. Поборник, ты добрый? Ты что там? На тебе, на. Ты что напал-то? На деревню? Ты что, убил жителей? Да, я их убил. Ай, ах ты ж, черт, на, за жителей, на, молот вообще, друзья, как будто не помогает, на, не зря твой меч, есть, друзья, убил, вот это радость, так, вот это, друзья, очень хорошо, так, друзья, темнеет, надо сейчас, наверное, до дома дойти, так, и молот, что ли, сложить, меч, ничего вообще не понимаю, этот житель взял, убил жителей, ой, никакой житель, это поборник, значит, убил жителя, а зачем? Смысл-то? Конечно, мы с поборниками не дружим, то, что еще они разделились на два клана, это тоже не радует. Это что, что-то теперь такие же, эти как, поборники будут приходить? Каждый раз убийцами? Нет, друзья, это будет для меня очень-очень как сложно. Так, ну я, друзья, сначала все же медь выложу у себя дома. Но сначала, друзья, давайте я все же проверю. Так, не, с молотом, наверное, будет так. Себе аккуратненько. Так, надо посмотреть, может здесь еще кто-то. Так, это, друзья, меня радует, здесь вообще никого. Если, друзья, как говорится, есть один поборник, то и другие должны появиться рано или поздно. Так, ладно. Так, Рекс, так, ну, Рекс, конечно, никого не чует. Значит, давайте я, значит, это все отнесу наверх, и там уже, друзья, поговорим нормально. Так, стоп, двери нет, еще там что-то как будто промелькнуло. Так, все, аккуратненько, так, надо на цыпочках, друзья, надо. Так,
Так, стоп. Так, чего? Вы как пробрались? На. Точнее, как ты пробрался-то, поборник? На. Я даже, лучше даже не говори, я тебя все равно сейчас убью. На, получай. На. Фух. Так, друзья, с него что-то выпало. А, он здесь, знаете, забрался, сломал здесь и мне дверь сломал. Он что, хотел проникнуть? Так, друзья, ну-ка, надо взять. Воу! Чего? Откуда ты это вылез? Отбрасывание один, на. Ай, нет, на, не подходи. Не надо, нет, стой, давай договоримся, ладно, давай не без договоров, на, вали, я тебя скину, есть, друзья, я его скинул, фух, так надо с ним сверху поговорить, а то они вообще какие-то злые. Ты зачем напал на деревню, и твои приспешники зачем напали-то, что ты хочешь вообще? Мы говорили то, что вам конец, всей деревне конец, каждый раз будут поборники нападать, пока что вы не сдадитесь, ясно? Так, ну, конечно, не очень ясно, но все же понятно. Ну все же, так, я ничего не достаю, ладно, друзья, фух, погнали, и вот так все, я готов, давай, один на один, мне без разницы, я вас все равно всех завалю, так, на, есть, друзья, фух, о, с него, кстати, опять же молот выпал, да, друзья, уже какие-то жители появились, какие-то полукиборги, им руки вон что-то делают, и прически какие-то делают странные, все, молоты какие-то дают безбашенные, да, друзья, у меня еще 3 сердечка осталось, да, друзья, уже скоро Новый год, а эти поборники нападают под Новый год, им точно не Санта-Клаус ничего не подарит. Я надеюсь на это. Так, ну, у меня, друзья, слов нету. Надеюсь, они на Новый год не нападут. Потому что, ну, в день Нового года это... Новый год! Какой? Нападение. Нет, друзья, это вообще... Это вообще, если честно. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом. Скоро, друзья, Новый год и новый сериал. И новые ролики, да, друзья? В данный момент я постараюсь все выпустить примерно так. Надо подумать. Думаем. О, придумал. Примерно 400 роликов ровно у меня на моем канале должно в этом году набить. Да, друзья. Поэтому еще примерно 10 роликов я выпущу в этом году. А со следующего года будет еще интересней. Всем пока!